Сельские поселения Ненецкого округа смогут выбирать глав альтернативными способами. Изменения в закон округа о регулировании отдельных вопросов организации местного самоуправления на территории региона приняты окружными законодателями во втором чтении. Внесение изменений связано с приведением окружного законодательства в соответствие с правовыми позициями федерального. С учетом изменений региональное законодательство предусматривает для местного самоуправления ряд альтернатив. В поселениях Ненецкого округа появится возможность самостоятельно определять способ замещения должности главы муниципалитета. Сегодня наконец-то полностью облечена форма закона. Вот эта идея все-таки вернуть нашим муниципальным образованием поселка Искателей и сельских поселений возможность самим выбрать из нескольких вариантов способ избрания главы муниципального образования и его место в структуре органов местного самоуправления. То есть эта идея у нас была давно, может быть, несколько она была ускорена решением Конституционного суда, который установил, что мы не можем безальтернативную систему устанавливать для некоторых городских поселений и для всех сельских поселений. Так, главу муниципального образования городское поселение «Рабочий поселок Искателей» в соответствии с уставом поселения можно будет выбрать тремя способами. Первый на муниципальных выборах главы, второй – Искательским поселковым советом из числа депутатов, третий – Искательским поселковым советом из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам специального конкурса. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатов в этом случае определит Искательский поселковый совет. Главу остальных сельских поселений округа можно будет выбрать на муниципальных выборах главы или советом депутатов из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. Способ избрания глав на селе будет определен уставом каждого муниципалитета.